Меня зовут Денис Лабуть, я работаю на молочном заводе, машинист вакуумного упаковочного станка. Просыпаюсь я, в районе 6 утра, в 6:30, как получается. Смотрим по работе, что я работаю 2 через 2. Бывают выходные дни, бывают рабочие дни, будни, как и у всех. Я просыпаю к работе, начинается рабочий день с 8 утра. Мы делаем дезинфекцию, убираем, полностью обрабатываем все станки, все, что соприкасается с сыром. Рабочую поверхность, столы, ножи, разделочную систему, и все остальное. В мои обязанности входит подготовка сыра, его разделка, плюс раскладка его в коробке, скажем так. Я работаю на молочном заводе около 5 лет. Мне нравится то, что здесь хороший коллектив, хорошая ответственность небольшая лежит на продукции. Все-таки же это сыр, а не лопатой землю переворачивать, как бы. Это молочная продукция. Она должна быть вкусная, хорошая и качественная. В нашей работе таких сложных моментов, как их нету. Нужно быть, самое главное, нужно быть собранным, точным, ловким, умелым. Все вакуумировалось хорошо, этикетки пропечатывались, маркировка была сыра, все видно было покупателю. Моя работа важна для общества тем, что при правильном упаковке сыра он сохраняет дольше свои качества и свойства и поступает на прилавки нашей Беларуси. А это здоровье нашей нации. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.